маслом оказались хорошим дополнением к арсеналу. И ваше знание тактики вместе с новым оружием позволило отбросить многочисленные войска кабана. Да не говорите, ё-моё. Флажок никуда не уходит. Так же стоит. Свинье конец. Ух ты. В соседнем графстве люди доведены до отчаяния огромными налогами кабана и готовы начать восстание. Пришла пора отомстить за смерть лорда Вулсака. И если вам удастся победить, чаша весов склонится в нашу сторону. Вы должны захватить последнее графство кабана. Так, последнее графство кабана. Ух, вот это, короче, походу такая миссия, знаете, опять тяжелая, я бы сказал. Но играем на легком уровне сложности. Будем проходить на легком. Не судите, конечно, меня строго за это. Но будем проходить на легком. Короче, все то же самое. Точно такое же расположение. Тут разработчики даже не стали как-то выдумывать что-то. Весь тот же самый замок, только больше армия, больше ворота, все больше. Что нам делать? Отведем этих ребят отсюда, а то они сейчас умрут. Мы уже идем. И, кстати, нормально умерло их уже. Гляньте, какая у нас армия. У нас огромная армия для атаки. Я думаю, мы не проиграем. У нас есть два чувака, чтобы копать подкоп, но я так понимаю, что подкоп копать никто не будет здесь. Послание от кабана. Беги, 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 цыпленок. Я тебя крылышки-то подрежу. Посмотрим, кто кому подрежет. Я просто сейчас думаю, кого в расход быстрее. Да гляньте, что за баги, я не понимаю, что это такое вообще. Как такое может быть? Не, ну это уже баги чисто, ребята. Я не знаю. Гляньте, как они могут доставать. Попытка номер 205. Так. Это, конечно, шутки все. Но нужно. Сейчас мы будем копать ров, ребята. Я уже подыхал неоднократно на этой миссии, потому что тут куча огня, вон оно, все горит. Люди сгорают заживо здесь. Они ничего не могут сделать. Они просто горят. И обижать не могу. Я не знаю, почему они настолько прям тупые. Есть, подпалили. Подпалили. Вот тут бы еще подпалили. Во, отлично. Копейщики у нас, короче, в этой миссии чисто как пушечное мясо. Они, короче, подпаливают все, чтобы все горело. Теперь вот эти ребята, мы пехота. Они будут у нас основной сейчас силой. Они будут у нас копать. Они будут у нас копать, пока будут ехать башни. Вот это тоже. Хорошо, что тут дали много мы пехота. Потому что без них мы реально не справимся. Сейчас я вам покажу, что мы будем делать. Мы сейчас вот этих всех ребят направим на копку. Хотя нет, мы их подогнали. Они будут у нас. Я думаю, мы их надо разделить на отряды. Так. Мы продолжаем поход и заняли еще одно графство. Давайте мы разделим их на отряды. Чего изволите? Вот так вот, на вот такие вот отряды. Мы их будем отправлять на башни. Чтоб у нас уже были готовые разделенные отряды. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Пять башен, пять отрядов. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, шестая мы там будем ими, короче, двигать вперед. Но только гляньте, сколько здесь людей. Вот только посмотрите, это обосраться. Я даже не знаю, как мы будем вообще действовать, серьезно. Вот этих, наверное, приберегу, ребят. Еще вот здесь вот есть пачка. Вот их тоже, наверное, приберегу. Чисто вот для того, чтобы они ворвались во двор, как-то залезли. Я правда не знаю. Но как-то буду действовать так. Хотя
приберечь, они сейчас должны выкопать ров. Вот вы понимаете, что это, что такое выкопать ров? Это просто обосраться можно. Короче, пусть бегут, копают. Я не знаю, сколько останется в живых. Скорее всего, вот эти тоже. Как пушечное мясо. Они умрут. И сейчас мы будем башню одну, башню вторую. Копаем, копаем. Ребят надо напрягать, пусть копают. И главное, чтобы они не рассыпались. Надо, чтобы они возле стенки выкопали, самое главное. Если они возле стенки не выкопают, то башня не сможет встать. Есть! Она может встать. Все, сразу же собираем этих ребят. Нет, да ну встань ты возле стенки, твою мать. Гляньте, ну это пипец просто. Вы видели, как это все происходит? Вот я вам рассказываю, как это все происходит. Вот так вот. Кирдык это все. Это кирдык. Все, бегут, бегут. Ребята, бегут. Вот этих мы направим. Нет, давайте все-таки, короче, на башню. Все-таки выбираем башню. Еще одна башня. И этих на башню. Давайте заходим. Таран. Таран пусть гасит ворота. Эти тоже пусть бегут туда. Гляньте, сколько их. Охренеть. Все, короче, жара пошла. Ох, вот это да. Вот это сейчас сгорит людей. Это, конечно, жестко. Направляем этих тоже сюда. Сейчас только-только спадает огонь, мы сразу же должны направлять их вниз, чтобы они атаковали, иначе это бред. Блин. Даже не знаю, может выйти, увести их. А мы их и даже увести не можем. Атаку. Все, атаку. Атакуем. Атакуем. Теперь вот этих берем, братков. Готовы, отлично. Все, бегут. Нет, не бегут. А бегут, потому что нет ворот. Я даже не знаю, сколько по времени будут гасить. Вот правда. Блин, ну это, конечно же, скач. Отвечаю. Потерять столько людей. И у нас осталась только малая горстка солдат. Я не знаю, получится ли выиграть сейчас эту миссию. Вот честно, без понятия. Вай-вай-вай-вай-вай, сваливаем. Так, у них там где-то баллиста еще есть. Чё мы делаем? У нас осталось не так много людей. У меня есть предложение. Сейчас быстро. Ну, группы, конечно, разбить. Давайте вот эта группа. Нет. Сколько у нас на башнях? Вот, да блин, до хрена, конечно. Я думаю, половина. Вот этих людей справятся на одной башне, это половина на другой. Здесь тоже мы поделим на половины. Вот так, половина на одну башню, и это половина на другой. Все-таки это мы пехота, это, блин, ребята такие, бравые. Вот так вот сделаем. Вот эти еще есть, мы пехота. Давайте выберем вот так, наверное. Это тоже на башню. Отправим мы их, давайте... Отправим их, так, у нас раз, два, три, четыре, пять башен. Охренеть, пять башен. А нам надо, что нам надо? Цель убить кабана. Убить кабана. Так, ладно, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Остальных, ну, тут еще семь. Давайте, есть. Есть варик примерно, как это что сделать. Раз, два, три, четыре, пять.
5. И давайте возьмем вот так вот. Вот так вот 6. Вот эти ребята тоже пойдут. Это будет 6-я у нас башня. 6-я башня — это вот это, где лучники. Вот здесь. Их мало. Они их быстро разнесут. Вот это у нас самая будет такая большая. Это будет у нас вот здесь, где есть копейщики. Вот они пойдут сюда, вот эта вот пачечка. А все остальные вот эти ребята, эти направятся в замок кабана. Возможно, вот так у нас получится выиграть. Фух. Да какой домой, что, больно, что ли? Фу, и вот эти же ребята, они сейчас первые будут врываться вот сюда, чтобы не атаковали нашего тарана, не атаковали нашу башню, иначе будет проблема. Ну и думаю, лестницы. Выбираем. Нажимаем нападать. Выбираем вот этих. Вот так вот на лестнице. Берем арбалетчиков. Арбалетчиков на башню. Лучников тоже на башню. Они будут помогать. Таран. Мы направляем сюда. Так, теперь давайте мы все-таки поиграемся немножечко со скоростью. Берем башню. Выбираем ее. А почему мы ее не можем выбрать? Не можем мы ее выбрать почему-то. Наверное, вот она открылась, и все. Вот это есть проблема. Причем большая проблема. Тогда, возможно, мы проиграем, если дело так обстоит. Если вот она открылась, и больше мы ее не можем ничего мы с ней сделать. А я думаю, почему ее тогда не атаковали? Тогда... будем атаковать пока что ворота. Давайте. Другого выбора у меня пока что нету. Теперь забираем вот этих. Ребят, они могут залезть уже. Они могут залезть. Берем вот этих. Они могут залезть. Ну и попутно пусть гасят. Они смогут залезть или нет по лестнице? Если нет, они же все шумрут. Пипец, гляньте, что происходит. Просто дичь какая-то происходит, вот честно. Я теперь уже не знаю. Я, походу, наверное, не выиграю с такой фигней. Залазьте, залазьте по лестницам, быстрее. Вон они полезли. Они полезли, таран поехал. Лучники пришли. Теперь пора... вот даже не знаю, что пора. Они не смогут, наверное, залезть, но посылаем. Пусть залазят. И честно, я сейчас вообще напряжен. Вот они полезли. Они лезут. У них есть, в принципе, шанс... вот эти люди, которые лезут, у них есть шанс атаковать. Давайте, побежали, ребята, побежали, не стоим. А чё не стоят, я не могу понять. Побежали. Да блин. Половина туда, половина туда. Чё за бред? Вот эти то, этих тоже. На крышу. Гляньте, гляньте. Мы наконец-таки здесь отвоевали. Охренеть. Все, теперь пора. Пора, ребята. Ребята, пора. Сюда. Вот этих выбираем. Этих тоже на стену. Вот этих не знаю куда. Чё с ними делать? Спусть сюда. Вот этих сюда. Вот эти, наверное, даже не знаю, что с ними делать. Пусть хотя бы сюда прибегут, я не знаю, вот тут зачистят. Правда, пока не знаю, какое применение им найти. Но будем бегать вот этими. Кабан. Не нравится? Ну, ублюдок.
Проблемы, так тебе и надо, тварь. Тяжелая миссия, правда, очень тяжелая. Не надо рыть, ничего не нужно. Так, нападаем. Мы, я думаю, можно немножечко параметры сделать по боля на 23. Чтоб как-то чуть-чуть хотя бы ориентироваться. Давайте мы уйдем. Пойдем будем нападать вот на вот этих арбалетчиков. Пока вот там бегут люди. Тут таран пытаются загасить. Куда ж вы, ребята, лезете? А этих мы отправим на замок. Пусть побегут на замок. Тут, я думаю, они сами тут справятся уже. Вот эти залезли, только зачем они сюда? Ну, ладно, коль залезли, пусть бегут тогда на ту башню. Вот сюда. Хоть и надо убить чисто змею. Куда эти бегут, не понимаю. Наверх, на замок, блин. Там уже всех разбили. Все, пошла жара. Побежали, побежали, побежали. Ох, ёшкин матрёшкин. Блин, наверх, наверх. Сюда, ребятки, наверх. Иначе вы все умрете. Я даже не знаю, как пройти туда, честно. Блин, они сейчас сгорят все у меня, да? Да, нет, 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 наверх, наверх, наверх. Ни в коем случае. Вот этих убираем. Класс, они зашли и стоят. С ними арбалетчики на башне, и они просто выстаивают тупо. Но они, конечно, красавы, я не знаю. Мы пехота, это пацаны не для логических размышлений, вот отвечаю. Эти люди, это просто, это нонсенсы. Я их даже и назвать по-другому не могу. Реально нонсенсы. Ух, так. Сейчас, когда закончится, все. Направляемся сюда. Все, огонь прекратился. Наверх. Вот этих ребяток сюда. Неужели мы выиграем, ребята? Вот скажите, неужели мы реально выиграем? Это будет, конечно, бомба, если мы выиграем. Здесь один остался, мы пехота. Блин, они в огонь попали. Вот как так? Объясните мне. Все, они бегут к кабану. Забегайте, забегайте. Есть! На кабана! Все навались, давай! Гасилова, Гасилова. Давайте кабана валим. Давайте еще и скорости прибавим немного. Валим кабана. Е! Есть! И вот этих тоже. Вот что они стоят, объясните мне, ребятки. Вот правда, вот что они стоят. Почему не пойти не зачистить башню? Ух, это была тяжкая миссия, честно, вот отвечаю. Я прям вот немного напрягся, прям так. Людей было много, мы все-таки выиграли. А когда столько копейщиков ложится, это прям вообще аж в холодный пот бросает. Ладно, всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео. Лайки, комментарии, подписывайтесь. Всем до скорых встреч.